Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. О сроках посева семян перца на рассаду дачники очень часто спорят. Еще чаще дачники спорят о том, стоит ли сеять семена по лунному календарю. И действительно, порой так хочется вырастить крепкие растения и хороший урожай, что садоводы начинают учитывать все возможные факторы, влияющие на рост растений. Лунный календарь составлен в соответствии с фазами Луны. Ученые уже давно доказали воздействие Луны на рост растений, поэтому лучше перестраховаться и сажать перец в благоприятные дни по Луне. В южных регионах сладкий перец начинают сеять на рассаду с января месяца. Лучшие даты — это 3, 4, 7, 11, 12, 15, 19, 23 и 25 число. Сладкий перец в феврале начинают сажать уже и в средней полосе России. Благоприятные дни этого месяца — 7, 11, 14, 19, 22, 23, 24 и 27 февраля. Март же — это самый популярный месяц для посадки рассады перца. Большинство садоводов страны сажают именно в этом месяце. Лучшие числа для посадки: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22 и 26. В апреле, как правило, к посадке перца на рассаду приступают в северных регионах. Лучшие даты: 3, 5, 9, 13, 14, 15, 21 и 27. Напишите в комментариях, придерживаетесь ли вы лунного календаря для посадки перца на рассаду. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!